Как вот? Какой-то вы не прочитаете. Читается? Это у меня Яндекс музыка играет. Скажу за себя, мне главное выплеснуть энергию, а стрелять или нет, мне не важно. Ну, я недавно туда. Сегодня думала насчет этого. Насчет музыкального творчества. У меня немного, конечно, не хватает фантазии в этом плане, потому что, может, я не знаю, у меня нет таланта в этом. Но мне бы хотелось попробовать себя, какой-нибудь интересный текст написать и спеть. Это был бы интересный эксперимент, даже можно было из этого и песню какую-нибудь сделать. Классно же сделать песню, одну песню хотя бы в своей жизни, это же интересно. Очаровательно, ты живешь в Барнауле? Нет, не в Барнауле. Если, кстати, ты пишешь интересные песни, ты же можешь их продавать, свои текста кому-нибудь. Может, купят, если ты гениален в этом плане. Тебя никто не должен двигать вперед, ты должен сам этого хотеть, потому что человек может быть с тобой, а потом его не станет. И все, ты без него провалишься в пропасть. И, короче, вот это все то, что женщина должна вдохновить тебя, чтобы ты покорял там вершины, чтобы она тебя вдохновляла. Это все дичь, я считаю. Ты изначально таким должен быть. Просто может у тебя появиться какая-то мотивация, если сильно рядом что-то делать. Я не знала, что это так называется, но слово, кстати, знакомое. Какую спеть хотела? У меня сегодня была идея. Песня, которую я бы написала, эта песня, она ко мне не относится, я сразу говорю, это не моя история жизни, это я просто придумала. Эту девушку зовут Маша, она работает в стрип-клубе, и она нюхает, она пудрит носик, и она... У нее тяжелая жизнь, она хочет любви, и она встретила парня, которого она полюбила, он пришел в стрип-клуб, но она поняла то, что любовь невозможна, потому что она погрязла в этом дерьме, там они же снимают их, этих танцовщиц. И, короче, из-за того, что она его любит, но не может перестать заниматься тем, что она занимается, а в конце песни она, типа, заканчивает свою жизнь
сама этим, да. Такая идея. Идеально. Это тетушка «Ошибки молодости» называется. Мне концовку менять не надо. Почему эта жизнь интересная концовка? Такая. Песню Веры у Басты. Блин, я не слышала. Надо послушать эту песню. Хэппи-энд бывает только в сказках. А я хотела бы написать, как оно реально бывает. Все зовут ее Саша, но ее зовут Маша. Привет. Продырявила себе башку потом. Мне кажется, ну, блин, об этом нельзя тут разговаривать. Блин, нельзя тут разговаривать. Много о чем тут нельзя разговаривать. Цензура. Но у меня есть одна мысль, которую я бы хотела сказать. Мне такая концовка, чтобы женщина вот это легкого поведения сошлась потом с этим пареньком. И еще это трагедия, вся жизнь трагедия. И у него трагедия, потому что он наверняка ее тоже любит, у них любовь. Она так поступает, и он такой. А он потом женится потом на какой-нибудь женщине. Но он будет на свадьбе думать о той, которая нету. Девочки постоянно показывают свою достоинство. Ну, а что ты имеешь в виду под достоинствами? Может, больше нечего показать?